вчера немножко, но это мало кто заметил, и они не заметили, и, по-моему, не было пока еще никакой официальной, вот я пока никакую официальную реакцию не видел. А она нужна была бы, потому что Путин сказал, что вот наша СНГ так хорошо развивается, что нам удалось поддержать существование в рамках единого государства. А это какое единое государство? Советский Союз? А Советского Союза нет с 91 года. Все государства, большинство государств суверенные. Только Беларусь с Российской Федерацией заключила какое-то там странное соглашение о некоем союзе. Вот. И вот эта фразочка Путина про единое государство, это не, он не сказал единое пространство. Он не сказал единое экономическое пространство, единое таможенное пространство, единое какое-нибудь там еще культурное пространство. Нет, он сказал единое государство. И никто из них его не поправил. И не сказал, что нет, Владимир Владимирович, мы все суверенные государства. Вот в свое время,